Это чудовищная, захватническая война, из-за которой гибнут тысячами абсолютно невинные люди, разрушены города. И Сергей Собянин – часть системы, которая ведет эту войну. А я Он член добавлю. Совбеза. Он голосовал за эту войну. Он совершил военное преступление. Вот кто такой Сергей Собянин. Не классный чувак, который сделал электробусы, построил метро и сделал удобный МФЦ. После голосования в Совете Безопасности, простите, но все эти аргументы про велодорожки не работают больше.